Биткоин-карты теперь доступны. Как сообщает Business HT, сингапурская компания с банковской лицензией Tenex создает специальную карту, которая позволит пользователям биткоинов мгновенно трансформировать их в доллары США, евро и японские иены. Специальное приложение, связывающее цифровые кошельки и карту Visa, позволит трансформировать биткоины в местную валюту, и пользователи смогут расплачиваться ими в кафе или ресторанах. Как подчеркивает Джулиан Хосп, один из соучредителей Tenex, не будет никакого обменного курса, и транзакции будут выполняться мгновенно. С каждого перевода будет сниматься 2% комиссии. Уже заказано более 10 тысяч подобных карт.